Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом видео я покажу, как работают вальцы гравированные для изготовления овощины. У нас уже есть заранее подготовленная восковая лента. Как вы видите, она полностью гладкая. Лента сделана с помощью гладких валец. Вот. Эти вальцы с ячейкой 5.37 полумаксимум под заказ. И можем изготовить и с другим размером ячейки. Перед началом работы вальцы необходимо крепко закрепить на столе. Дальше проверить, чтобы совпадали на шестернях метки. Это необходимо для того, чтобы ячейка получалась идеальной формы. И смазать вальцы мыльным раствором, для того, чтобы восковая лента не прилипала к гравировке. Направление вращения указано стрелкой. То есть сделаем два прокрута. Этого будет достаточно. Теперь мы заправляем ленту, и отсюда у нас будет выходить готовая овощина. Посмотрим результат нашей работы. Видите, все ячейки идеальной формы получились. И еще проверим овощину на гибкость. Вот ее можно вот так вот скрутить. Она не ломается. Можно вот так вот. Ну и попробуем поломать. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ну я думаю, дальше не надо пробовать. Ну вот около 30 раз только она сломалась. Попробуем еще вот так вот сделать. Можно разгладить. После прохождения гравированных вальц у вас получается восковая лента, которую вы потом сможете нарезать по нужным для себя размерам. Ссылка на гравированные вальцы будет под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. С вами был Александр. До скорой встречи. Пока!